Да, добрый день. Документ Еще, покажите. Я сейчас представлюсь. Да, документ сперва покажите. Документ. Документ? Я национальный банк. Нет, покажи документ, ты вот охранник какой-то. Вот покажи документ. Я сейчас представлюсь, можно? Я директор департамента организационной работы. А где визитка ваша? Внешних общественных связей. Ну, мы сейчас визитку несите тогда. Инициативная группа. Меня зовут Терентьев Александр. Пожалуйста, мы готовы принять ваше заявление. Инициативная группа может со мной пройти в национальный банк. Нам лично канцелярию сдать надо. Пойдемте со мной. Входящим номером. Входящим номером, конечно. Организовать без проблем. Поэтому давайте два... Давайте два-три человека. Люди с Чингетов, Талдыкурган, с Актюбинска приехали. Поэтому давайте два-три человека, которые со мной пойдут официально. По телевидению, в СМИ везде говорят. Ну, мы же с вами часто, да. Поэтому без проблем. Давайте, хотите пять человек. Решайте, мы тоже, нам тоже надоело. Хорошо, есть необходимость встретиться с зампредом, я организую встречу с зампредом. Ну, пожалуйста, кто... Председателя сейчас, к сожалению, нету. Можно я потихонечку? Сейчас мы с вами инициативную группу, сколько там, 3, 4, 5 человек. Мы идем с вами, зарегистрируем ваше заявление. Затем я инициативной группе организую встречу, заместитель председателя. Вы поговорите, все свои проблемы расскажете. Плюс мы еще потом пригласим представителей комитета по защите прав потребителей финансовых. Мы 6 лет об этом, вы так вот разговариваете. Келебетова пока нету. Потом о встрече мы попробуем договориться с Карат Анимацией о встрече с вами. Да, нам бы хотелось, потому что он знает всю ситуацию, потому что 2008 года, когда мы обращались, работал, знал нас. А он бы как бы проконтролировал и до сих пор, видимо, контролирует эту ситуацию. Да, он знает. Хорошо. Поэтому вы сами знаете, комитет по защите прав потребителей. Все сколько мер, мы сколько есть возможность, мы эти меры принимаем. Уже представитель прокуратуры и представитель Акимата, да, вышел и говорит, что мы нарушаем закон. Мы хотя закон? Ничего абсолютно противозаконного тут давайте, в общем, совершенно не делаем. В общем, сейчас заявление. Я готов. Со мной 5 человек, со всех не смогу. 5 человек. Инициативная группа. Хотите? 10, хорошо. 10 давайте 10 сделаем, да, ну, потому что здесь регион есть, пожалуйста. Хорошо. А вообще-то у нас последняя инстанция Назарбаев, он должен нам подпись своим хорошо, давайте я предлагаю сейчас пройти поэтому мы, группу. Пусть Келимбетов объявил по телевидению, что нарушение, он уже как бы уже мой датагенерида. Осознал. Осознал. Нет, не осознал. Признает. Признает. Признал. Нарушение со стороны. И поэтому мы хотим только разговаривать. Давайте сейчас по порядку. То есть нам нужно зарегистрировать обращение. Просто по порядку. Пойдемте. Смотрите, нет, я другой вариант вам предложить не могу. Понимаете, мы сейчас будем стоять. Поэтому давайте я оформлю ваше заявление как положено. Затем организую встречу заместительный председатель. Завтра я не знаю. Вы сложите свои вопросы, свои проблемы. Как Карат Ниматович будет находиться в городе Алматы, заместитель председателя попросит встречу, организовать встречу с вами. Кто со мной идет? Нет, всем не надо, зачем? Нет, 6 человек. Они просто сюда подойдут. Для посетителей сидеть. Все, боитесь, все, боитесь. Мы ничего не собираемся трогать.